канун 8 марта, Международный женский день. Обратим внимание на чистоту города. Уважаемые мужчины, мы приглашаем вас принять участие в субботнике, который состоится 6 марта. Организаторами выступает акимат города Шымкент. Поддерживать чистоту города – обязанность каждого гражданина. Так давайте привнесем свой вклад в благоустройство города в первый весенний праздник. Уважаемые мужчины, просим всех принять активное участие в общегородском субботнике 6 марта.